Жители частного сектора, расположенного за железнодорожным вокзалом, терроризируют свора собак. Причем нападают на прохожих не уличные псы, а домашние, живущие на подворье одной семьи. Они свободно бегают по огороженной территории усадьбы и также спокойно покидают двор через дыру в заборе. Последней жертвой агрессивных питомцев стала местная жительница. Ее покусали дважды. Последний раз псина допрыгнула до лица женщины, повредив губу и щеку. Вспоминать нападение без слез женщина не могла. Когда собаки мне напали, я шел в магазин, а тут сверху прижалась к калитке. Она стояла и улыбалась. Ехал джип сверху. Он меня спас. За ноги, вот, на котором он был. Рыжая, блин. А за лицо? За лицо это я уже повод уходила сегодня утром. Сегодня укусили? Потому что прыгают на всех, чтобы не просунуть. Пострадавшая от нападения собак попыталась решить проблему полюбовно, но хозяева рассмеялись ей в лицо. Поговорить еще раз с ними попытались во время съемки сюжета, но те общаться с соседями при камере не захотели. Псов страдают не только местные жители, но и случайные прохожие. В лучшем случае собаки преследуют людей, выпрашивая угощения. В худшем – кусаются. Чего не даю, как подкорми, она все за тобой будет ходить и просить. Просто когда идешь в ту сторону, там они. А вот здесь вот тоже вот с этой стороны есть. Конечно, много. Вы пройдите по всей деревне и увидите. Так и не найдя понимания с хозяевами агрессивной стаи, местные жители намерены обратиться в правоохранительные органы. С места происшествия Надежда Томченко, Татьяна Шамбурова и Александр Савчук.